Четвертый день предварительных консультаций перед конклавом, призванным избрать нового папу римского, кардиналы-выборщики так и не смогли собраться в полном составе. Ждали последнего отсутствующего кардинала из Вьетнама. Он прибыл в четверг вечером. Лишь после его приезда можно определиться с датой начала голосования. Впрочем, многие князья церкви не спешат. Они считают, что время, уделенное предварительным консультациям, не потеряно. Лучше приглядевшись и узнав друг друга, они смогут быстрее определиться со своими предпочтениями и придут на конклав с ясной идеей о том, за кого отдать свой голос. Кардиналы хотят определиться с приоритетами церкви, говорит итальянский журналист Игнацио Инграо, поговорить о вызовах, с которыми она столкнется в будущем, и в соответствии с потребностями церкви определить профиль будущего папы. Думаю, что дату конклава они назначат лишь тогда, когда будут иметь уже четкое представление о том, каким они хотят видеть будущего понтифика. В Сикстинской капелле Ватикана идут последние приготовления. В среду капелла закрылась для посетителей. Рабочие начали настилать временный пол и устанавливать камин, в котором по традиции кардиналы будут сжигать бюллетени. Если в ходе голосования папу не изберут, над капеллой поднимется черный дым. Если изберут – белый.